утром я проснулась от страшного взрыва, задрожал дом и задрожали стекла. Но я очень испугалась, а потом вот сегодня, уже когда закончился комендантский час, я вышла посмотреть, что с домами у соседов получилось. Это очень страшно. Закройте небо над Украиной. Вот на 14-м живу. Ну что, спал. Снесло взрывной волной с кровати, сбило. В квартире все разрушено полностью. Батареи. Мы с мужем и с ребенком в соседнем доме. Родители мои здесь. На первом этаже. Слава Богу, что остались живы. Пожалуйста, сделайте так, чтобы это все закончилось.